В Ивано-Франковской области обнаружили большой тайник с оружием и боеприпасами. О нем правоохранителям сообщил аноним. Хранилище было расположено на территории заброшенного помещения насосной станции в Калужском районе. Оперативники СБУ изъяли 3 гранатомета РПГ, 4 гранаты, противопехотную мину и тротиловую шашку весом более чем 0,5 килограмма. Открыто уголовное производство. Откуда боеприпасы и кто обустроил схрон, сейчас выясняют следователи.